Привет всем! С вами Воронежская дачница. Сегодня готовим вкуснейшие бутербродики из семги. Берем белый хлебушек и надавливаем стаканчиком. Из буханочки получилось 8 аппетитных кружочков. Открываем плавный сыр янтарь. Намазываем кружочки смачненько сверху и по бокам. Обваливаем сбоку укропчиком. И кладем сверху вкусненькую жирненькую семгу. Скоро дегустация на вкус от Арины из ТикТок. А вот и отходы от хлеба. Они пойдут на пиццу. Кстати, не пропусти!